Телеканал «Просвещение», корпорацию Intel и Республику Татарстан объединила школа. И всем пришлось сесть не за парты, а за компьютеры, ведь школа была электронной. Два насыщенных дня участники международной конференции «Электронная школа 2013» учились и перенимали опыт. В Казань приехали представители образования из 8 стран мира. Каждый со своей историей успеха, опытом проб и ошибок. Но у всех одна задача – трансформировать образование. Сделать его доступным, качественным, конкурентным и электронным. Современные информационные технологии делают обучение не только интересным для ученика, облегчают работу учителя, вовлекают в обучение родителя, но и в итоге позволяют построить инновационную экономику всей страны. Это не высокие слова. Примеры и численные доказательства приводили многие спикеры конференции. Но лучше слов говорят дела. Республика Татарстан работает в информационной системе электронное образование уже несколько лет. Здесь свои ресурсы объединили Министерство образования и Министерство информатизации и связи республики. Наглядный пример – гимназия номер 102 и IT-лицей-интернат. Все гости были воодушевлены увиденным. Выставка решения для образования, которая включала 8 тематических зон, представляла инновационное решение и рассказывала, как происходит информатизация на примере российских школ. Все участники конференции сошлись в одном. Трансформация образования возможна только при комплексном подходе. Поддержка госструктур, технические решения и новые навыки работы учителей. Только так можно вывести образование на новый качественный виток развития. И корпорация Intel как раз призвана помочь участникам этого процесса своими экспертизами по образовательным решениям. Посещение школ, участие в дискуссиях и секциях, знакомство с новым опытом коллег – все это дает толчок для саморазвития. Такую цель и ставили перед собой организаторы второй международной конференции. Однако останавливаться на этом они не собираются. Мне хотелось бы, вот, пользуясь случаем, уже пригласить на третью. Однозначно мы будем в 2015 году проводить такую конференцию в сентябре. Надеюсь, наши партнеры со стороны Intel не откажутся. Это очень удобная площадка вообще для обсуждения всего спектра вопросов, связанных с информатизацией образования. Может быть, мы бы предложили расширить его в будущем и обсуждать не только проблемы электронной школы, как одного из элементов общего образования, а вообще электронного образования в целом, начиная с дошколки и кончая профессиональным образованием.